Здесь у нас машина была включена. Антифриза здесь жижа набиралась. Мы сейчас решили. И тяга пропадала, и еще печка не работала. Вот такие небольшие проблемы были в машине. Сейчас вот эту жижу сейчас надо очистить. Для этого нам надо бачок снять, слить полностью антифриз. Антифриз слить — это нелегкая работа здесь. На радиаторе, вон там снизу надо пролезть. Все, защитку сняли. Вот. И там тяжело, руку надо просунуть. И краник. Там небольшой краник, вот этот краник. Где этот краник у нас? Вот этот краник там находится. Его надо открутить, слить. Потом на этом, на двигателе. Вон там где-то, вот сейчас. Где-то я не вижу. Где он? А, вот. Вон там имеется. Этот болтик, вот этот. Вот его надо открутить и полностью снять. И потом бачок снять. Чтобы бачок снять, имеется вот там. Болтик надо снять, открутить. Потом вот здесь второй болтик. Вот здесь надо открутить. И третий аккумулятор надо снять. И вот за аккумулятором еще это тоже надо открутить. Все. Вот, откручиваем. Третий, два этих крепления освободили. Сейчас третье крепление. Здесь чуть суетиться надо. Вот, за аккумулятором. Он стоит, аккумулятор сняли. Ну, сейчас. Вот. Сейчас открутим. Не беда. Вот здесь у нас патрубок имеется еще. Хомут открутили. Вот покажи хомут. Вот наш хомут. Вот. И вот патрубок. Сейчас снимем его. Так. Отвивкой толкаем. Все, сняли патрубок тоже. Сейчас надо будет его вытащить отсюда. Вот сейчас его снять. Бачок. Вот этот надо. Здесь предохранитель. Вот это отсюда уберем. Он мешает нам. Немножко сильно мешает. Вот сейчас старые сняли. Вот старый бачок сняли. Вот здесь, видите, как чисто внутри. Видно, да? Потом на свету покажем. Вот сейчас новый поставим. Чтобы его снимать, видите, вот здесь. Отсюда надо было отверткой приподнять. Вот так. И здесь. И вот с этой стороны. Видно? Вот с этой стороны отверткой приподнять. И все. Если не приподнять, то не получается снимать. Сейчас надо обратно поставить новый бачок. Сейчас попробуем. Вот у нас бачок внутри. Смотрите, вот. Видите, весь грязи. Там у него масло собралось или что там, я не знаю. В страшном состоянии находится. Мы его поменяем. Этот. И промоем водой. Это 10-20 литров нальем. Промоем полностью систему. Вот так полностью промоем систему. Сюда будем воду наливать. После того, как полностью все очистится, все закрутим. Только потом нальем антифриз. Этот. Мы сейчас решили его промыть полностью. Краники оба открыты, откручены. Бачок поменяли на чистую. Поставили воронку, поклажки, шланг надели, 32, наверное. И все. Сейчас нальем воду, чистую воду. Пока антифриз не залили, чистая вода, по-моему. Здесь желательно, конечно, чтобы машина ровно стояла. Чтобы полностью все промыть. Вылить. Покажи. Выливается, да? Вон там. Да, да. Тоже покажи. Покажем. Видно? Угу. Где? А, вот. И с радиатора тоже, да, заодно? Мы 20 литров воды пролили через систему полностью. Прочистили. 20 литров залили сюда. Промыли все. Потом закрутили, еще залили воду, вот бачок у нас, столько воды. Сейчас прогреем двигатель, прогреется двигатель, трубки все очистятся, сольем, потом сольем антифриз. У нас бачок будет чистый, антифриз будет чистый, трубки все чистые и система тоже вся чистая будет. Будем надеяться, что больше у нас такой беды не будет.
Так, печка будет работать. Ну, эту печку тоже проверим, скажем. Потом я вам скажу, печка у нас как будет работать. Будет согревать салон или нет.